Познакомься, у меня ребята есть. Ну, блядь, мы сами стоим, блядь. С производством, ребята, есть. Я, говорит, сам выживаю. Я говорю, тебя жесть знакомый. Я говорю, вот этот парень, помнишь, у него склады строительные. А вот клянусь Аллахом, ты не поверишь, говорит. У него было 6 магазинов. 4 он, говорит, закрыл. Эти 2 работают по аренде за эти помещения отдавать. Я понял.